Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И сегодня я хочу показать вам эту деточку своей хириты. Она у меня первая хирита. Вернее, был череночек укорененный. Мне он достался от Зои Булгаковой. У меня есть отдельное видео. И также по мини-фиалочкам, которые я от нее получила. И вот сегодня я буду отсаживать эту деточку, она довольно большая, и я, конечно, затянула с пересадкой, конечно, надо было отсадить ее, когда она была еще поменьше, но вот никак не собралась. Ну, буду это делать, и покажу вам ее после того, как я отделю от материнского листа детку. Хирита – это тоже родственники фиалок, тоже геснериевые, также размножаются черенкованием, некоторые гибриды размножаются и посынкованием. И растет очень долго, цвести она будет только после того, как нарастит 4-5 пар листьев, я прочитала об этом. Ну ничего, подождем, растение будет довольно крупным, кстати. И вот получилось, что здесь у меня две деточки, одна побольше и другая поменьше. Маленькую деточку я посадила в 100-граммовый стаканчик, а большую деточку я посадила в кофейный стаканчик. У нее очень много корешочков там осталось в коме с грунтом. Я не стала особо их тормошить. Но сейчас она немножко шатается в стаканчике, потому что ей надо все-таки оплести весь этот ком. И она должна прийти в себя после пересадки. Но я сделала такую больше перевалку. А маленькая она стоит крепенько. Крепенько стоит в горшочке. Такая у нее красивая, обалденная листва. С красивыми мраморными разводами. Ну а эта, она уже стоит у меня на стеллаже на следующее утро. Чувствует себя хорошо. Листики тургор не теряют. И буду держать вас в курсе того, как развивается моя хирита. Как она растет. Большое спасибо всем, кто заглядывает на мой канал, всем, кто меня поддерживает, всем, кто оставляет комментарии, дает мне советы. Большое вам всем спасибо за это. И до новых встреч!